Всем привет! В общем-то, ребят, как вы поняли, нам не сидится на одном месте. Теперь мы приехали к семье Кирилла. Что я хочу сказать по поводу гольфа? Я вообще вот всегда считала, что гольф — это очень скучно. Ну, вообще, я думаю, что это и вправду не самая веселая игра, но это достаточно интересно. Вот. Я, наверное, не стала бы играть в гольф на постоянной основе, но иногда, возможно... Вот, Кирилл, что ты можешь сказать по поводу гольфа? У тебя сегодня был первый раз. Неплохая игра. Неплохая? Угу. Кириллу вот, в принципе, даже зашло. Вот. Может, мы частенько будем играть. Посмотрим. Мы уже заселились, и я вам сейчас хочу показать рум-тур. Начнем с входа. В общем-то, заходим. Здесь у нас вот тут сразу ванная. Такое зеркальце. Здесь спальня. Пеленочка для Кэнди, конечно же. Пуфик, вещички Кирилла и мои, собственно, кровать, вот, я там уже проставляла свои вещи, шкаф, вот, тут окно, там еще одна тумбочка. Теперь мы идем в гостиную и кухню. Вот так выглядит гостиная, здесь место для Кэнди, она тут делает свои делишки и, конечно же, кушает. Тут у нас телевизор, недокомод, стол, стулья, балкон. А здесь у нас диванчик.